С вами на канале Лиса, и сегодня мы опять на море. Привет, Лисань! Как же вы тут быстренько сказали, все, даже не успела на вас навести камеру. Ну что, всем привет, друзья! У нас второй день отдыха, наконец-то мы у моря. У нас сегодня суперская погода, конечно, ветрено, но мы уже, наверное, пролежали на пляже где-то 3 часа или 4. Да, но я с Майкой и там Ну, Саня, да, сегодня с Майкой. Я не знаю, хочешь, давай с Аней немножко, давай, пойдем к морю, посмотрим. Я с штанами, YouTube не разрешает снимать. Ну, давай идем к морю, только не по этой стороне, потому что тут все ножки. Не-не-не, Саня, ты куда пошла? Какая девочка непослушная. Видите, какие люди тут приспособились и в палатках лежат. Ну, ветрено, очень ветрено. Но мне нравится, это как раз вот такая вот самая классическая погода у Балтийского моря, у Балтийского побережья. Я обожаю июль. И, кстати, сегодня последний день июля. Так что давайте, ребята, кто еще не у моря, кто еще не отдохнул, не поймал лето за хвост, давайте быстренько все из домов и давайте быстренько. Да, ну так давай, не иди, давай так тебе. Давай всем покажем, как красиво у нашего побережья. Как... Ой, как классно, слушай, ветер как раз в спину и совсем не ветрено, да? Да. Ну, людей, как видите, сегодня у побережья совсем у моря нету. Все в дюнах лежат, все спрятались, как эти гномики под листья. Кто как, потому что, ну, если с детками, конечно, холодновато. Холодновато, давай и ветер... Да? Ну, давай пошли тогда назад. Ну, вот, видите. Но зато сегодня хорошо, кто активно. Потому что сегодня ветер, но флаг, если видно, там у спасательной будки наполовинку красный, наполовинку желтый. Значит, купаться можно. Сюда, Саня. Вау, ну слушай, да, ты знаешь, хорошо, что у нас там местечко такое теплое, потому что ну не очень, не очень. Всем привет! Будем сегодня вдвоем с Миссани. Мы куда пошли? Давай сядем. Так, вот здесь. Немножко будем, наверное, уже собираться. Хватит сегодня. Побыли. Ну вот, я сейчас покажу, смотрите. Вот где все, видите, это те, которые люди уже в дюны не поместились. А нам вот удалось сегодня поместиться. Мы еще, наверное, побудем до воскресенья. Я так думаю, если погода будет хорошая, вообще будет супер. Ну, обещали, что завтра немножко похолодает. Вот Саня мне сказала, что завтра только 18 градусов. Но если в дюнах, если не дождь, я надеюсь, что будет все очень-очень даже ничего. Да. Сейчас сядем тогда на велики и помчимся дальше. Наши велики там, где всегда. Да, мы теперь не берем в дюны. Да. Как-то хорошо, потому что камеры везде. Камеры везде, понимаешь? Очень хорошо, поэтому как-то не очень и страшно. Так вот. Я кушать уже. Что будем кушать? Давай морепродукты. Морепродукты. Какие морепродукты? Ну, что достанем. И креветки. Хорошо было бы достать. Я хотела бы, знаешь что? Я креветки бы хотела. Я мидии и креветки. Обожаю креветки. А я мидии. Со сливками, с укропчиком. Сливками? Ну, сливки это по-русски, а по-литовски литинели. Так, греть? Нет, так я сливки ложу в эти...
в креветке. А-а-а, я думала. Ты думала, что там сметана? Нет, Саня, там сливки. Так вот. Жарко. А мы еще в школе не подготовились, мы еще не купили тебе пиджак. Поедем, будем показывать видосик, когда вернемся. Но у меня есть новый рюкзак. Ой, ну как. О, Саня, когда будем показывать вот этот видосик крутейший, когда вот это все покажем? В середине месяца? Да. Ой, какой у Сани рюкзак. Это что-то, ребята. Но еще будет второй. Да, это точно, потому что мы ждем гостей в конце сентября. С Лондона приезжает тетя Саня. Если кто-то знает, знаете эту фирму Смигл? Да. Смайгл. Так вот, из этой фирмы мне тетя привезет все еще. Ну вот как классно. Смотри, как люди как-то, слушай, может, водичка и там, теплая? И там весь комплект, там и сумочка такая, и кошелек, да. И слайм. Ужас, ужас, это какой-то ужас. Почему? Потому что эти слаймы, они лопаются, там что-то с ними делается, они потом везде, они обтекают, все. Нет, это не эти, это не эти. Но эти те, которые ты их немножко слизь. Ухорашиваешь. Нет, нет, это слизь, ребята, это слизь, а слаймы у меня так не делаются, это только слизь так делает. Да, ну все понятно. Так вот. Очень жарко. Ну, давай, если хочешь, сними эти штаны, я не буду тебя показывать. Нет, может, мне надо. Не надо? Ну, давай еще что-то покажем. Ну, давай. Ну, ну, что? Ну, вот, вот, смотрите. Корабль. Ну, кораблик. Ну, нет, я хочу вот просто, чтобы смотрели. Как у нас красиво. О, смотри, девчонки бегут немножко, видишь? Маратон. Да, молодцы, ребята. Молодцы, девчонки. Девчата. Надо бегать и море, Саня, надо. Активно, но смотрите, я слушаю. А кто, что это вот оранжевое за ним плывет? А знаешь, что там такое? Я так думаю, что там спасатель тренируется. У них же такие вот. Ай, ты вот это и тоже, наверное, спасатель. Да, 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 наверное. Наверное, наверное. Это их тренировки идут. Видишь там? Mm-hmm. Она глубоко. Слушай, как она глубоко туда заплыла. Не глубоко. Вау. Там он, не на. Ай, смотрите, вот так когда сделает, и вот так остается на пальцах, например, вот так, и вот остается так красиво уже. Вот. Ну так что? Не знаю, что еще показать. А ничего не надо показывать, давай просто сидим вот так классно себе, да. И все. Тоже бегут, смотри. Я бы как хотела, я бы прям давай, я не знаю, кого ну попросить, вот, богов, чтобы только погода была хорошая, чтобы вот так вот светило вот солнышко, как теперь, и вот так вот был вот такой пейзаж. Вот ну, посмотрите, блин, это прямо смотри. Вот завидуйте нам. У меня штаны, капец, сейчас подождим, надо их подвести. Посмотрите, если я вот сюда, посчитай, за сколько я секунд отбегу вот так и к тебе. Давай. Раз, два. Активно. Пять, шесть, семь, сумасшедшие. Девять, десять, одиннадцать. Немножко и больше. Саня. 32? Да. Как так можно? Слушай, ты не боишься по тут совсем как-то? Нет. Давай. Давай, беги. А потом сейчас посмотрим на видосике, идти. Сколько там. Давай, я сейчас буду идти, а не бежать. Ну, давай. Ну, молодчинка. Ну,
все, Саня, я уже, у меня, знаешь что, у меня живот уже гудит. Он, знаешь, говорит, Вика, хочу кушать. Что, давай тогда, давай пять. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.